В Твери появилось эко-граффити. Объект стрит-арта расположился в центре города во время проведения эко-встречи «Соль земли». Известный в Твери художник-граффитист Виктор Джокер создал на серой стене яркий мир. Судьба большой черепахи, запечатленная на ней, стала напоминанием о том, к чему может привести бездумное обращение с природой. Эко-встречи в Твери продолжатся, оставляя после себя эко-граффити и эко-союзников.